Татьяна Шапира, телогрейка. Отца телогрейка висит в коридоре, и пахнет и потом она, и смолой. Отец не работал, ходил он на стройку, не взял на войну телогрейку с собой. И сын, каждый раз в коридор выбегая, все нюхал ее, прижимая к лицу, и тихо шептал: «Возвращайся скорее!» Вот так помогал он себе и отцу. Ее не давал никому надевать он. И так провисела она всю войну. И нюхал сынок ее, будто молился: «Я папу дождусь! Да, я папу верну!» И вот наступила она, та победа, в которую верили все до конца. И мальчик дождался, и папа вернулся, и папу он обнял и встретил отца. А все потому, что была телогрейка, которая столько давала тепла. Хотите вы верьте, хотите не верьте, но папе вернуться она помогла.